В Йошкар-Оле заложена новая зеленая аллея. В Парке Победы, что за ДК имени Ленина, будет высажено 65 деревьев. Первые саженцы появились уже сегодня. Это главным образом елки. После посадят еще и орех маньчжурский. Деревья эти неприхотливы, хорошо уживаются вместе. В посадке саженцев приняли участие сотрудники городской администрации, представители бизнеса, а также банковской сферы. Акция проводится в рамках международного проекта «Миллиард деревьев» и приурочена еще к предстоящим зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года в Сочи. Впрочем, в Республике Мариэл сейчас проходит еще и своя экологическая акция, в которой может принять участие каждый желающий. Надо отметить, что проводится акция по Республике Мариэл «Живи мой лес». И вот считаю, что вот эти 65 посаженных деревьев на территории города, они тоже являются вкладом в общую акцию «Живи лес» Республики Мариэл. Очень надеюсь на то, что будет достойный уход за зелеными насаждениями, и они у нас все прекрасно будут себя чувствовать.